певица, заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева. Самое важное – это состояние души. Насколько сияют твои глаза, сколько в них тепла, света, оптимизма, радости, любви. Потому что если у тебя грустные глаза, если есть какая-то усталость, обремененность какими-то проблемами, это всегда отпечатывается в первую очередь на твоем взгляде. Это чувствуется. Поэтому я, конечно, хочу в первую очередь пожелать вот этого чистого такого взора, чтобы мы всегда с ясными глазами смотрели на мир, с такой же верой, как в детстве, в будущее, в свои мечты и надежды. Дарите друг другу тепло. Пожелание дня! Пожелание дня! Пожелание дня!